все-таки начинал Оскар Борисович как композитор с музыки серьезной, прежде чем нашел себя в так называемой легкой. А вот его сын Владимир Фельдсман, пианист и дирижер с мировым именем, исполняет исключительно классику. И говорят, он однажды сказал отцу: «Я могу понять, могу представить, папа, как ты написал свои песни, кроме одной, единственной». Интересно, какой же? Мы ее сейчас услышим. Так вот, по авторитетному мнению Владимира Фельдсмана, эту мелодию нельзя было придумать. Она должна была прийти свыше, присниться. Называется она «Колыбельная». А на сцене Сергей Мазаев и Наталья Подольская. Какую песню спеть тебе, родная? Спи, ночь в июле только 6 часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая, я словно колыбель качать готов. Я словно колыбель качать готов. Спи, ночь в июле только 6 часов. Спокойной ночи, говорю я снова, и верую, что не настанет дня, когда тебе по этих тихих слова промолвит кто-нибудь позднее меня, промолвит кто-нибудь позднее меня. Вот так бы про любовь слушала и слушала. А что тебе еще делать про любовь? Пусть, милая, тебе спокойно спится, а я пока долину осмотрю, скажу, чтоб вовремя запели птицы, задую звезды и зажгу зарю, задую звезды и зажгу зарю. Спи, ночь в июле только 6 часов. Рассвет грядущий темень ночи смажет, и мы восславим вновь начало дня. Пусть утро доброе тебе не скажет никто на свете ранее меня, никто на свете ранее меня. Дорогой Оскар Борисович, от всего сердца, от всей души,
земной вам поклон за ваши великие песни. И это большое счастье для нас исполнять именно эту песню сегодня в ваше 90-летие. С днем рождения! С праздником! Спасибо!